Чего выпьешь? Горячего, холодного, кофейку с градусом? С градусом. Давай калаверу. Всем слушат сюда. Это ограбление. Ты, деловой возле стойки. Да, вот ты! Ебало завали, а ручонки вверх, чтобы я их видел. Остальным сидеть не моргать, а то у меня нервы слабые. Палец на спуске чуть что трясется, могу и шмальнуть ненароком. Все поняли? Кошельки на стол! Быстрый! Кто-то хочет стать звездой вечера? Я сказал быстро и молча. Ты глухой или тормозной просто? Подай пример остальным, доставай кошелек. Медленно! Что-то ты сам себе противоречишь. Как я полезу в карман с поднятыми руками? Тут уж либо руки, либо деньги, ты определись. Нельзя все сразу. Думаешь, тупые шутки тебе сейчас помогут? Не в курсе, что шутникам вроде тебя всегда первая пуля? Доставай эти, быстро! А камуфло твое где? Чё, бля, не понял? Ну где твоя куртка армейская? Как у парней шестой улицы, такие, с бритыми затылками, всегда при пушках, защищают своих и не любят другие банды. Да что я тебе рассказываю, вы же наверняка сами из их числа. Никто другой не рискнул бы так борзеть на их территории. Эй, шеф, я, кажется, видел одного, он мог услышать выстрелы. Наверняка услышал, они же солдаты, мимо них не проскочишь. Надо было на побережье идти, говорил я! Заткнись ты, кретин! Столько лет никаких проблем. Вот где шестая улица, когда они так нужны? Повезло нам, что ты тут оказался. Заказывай, что хочешь, за счет фирмы. Хочу выпить. Чего выпьешь? Горячего, холодного, кофейку с градусом?